Ребята, всем привет! С вами Ксюша, и у нас сегодня в Питере классная погода. И мы решили погулять сегодня в парке 300-летия с собачками. В тот раз, в воскресенье, мы не успели погулять с Ариной и собачками, потому что просто не успели, у нас не было времени. Вот наша Эля, вот наша Моня. Моня вообще... Эля, нельзя нюхать камушки, пойдем. Моня как Скуби-Ду лезет на руки ко всем, ко мне, к папе. Идем, никто тебя на руки не возьмет, идем гулять лапками. Побежали, Моня. Сейчас пойдем к берегу, вот там сейчас собаки оторвутся. Это наше излюбленное место. Мы как-то раз сюда уже приезжали зимой, помнишь? Да. Да, хотели погулять, а там какая-то стройка была. Не получилось. Ну, сейчас пойдем, наверное, посмотрим, что изменилось за этот отрезок времени. Молодец. Что там построили. Все, бежим, идемте. Так, летим. Вот это я вообще как стрела. Ой, там на самокатах катаются, вообще топ. Летом, ребята, мы здесь будем гонять с мамой на самокате, будем влоги снимать. А сегодня, кстати, я еще хочу зайти в Питерленд и покушать мороженка. Жареного вообще топового. Так, все, быстрее идем на залив, мне очень уже хочется. Ой, молодец. Хоть на улице и тепло, но все равно есть ветер прохладный. Потому что еще около залива, я такая приезжаю сюда, такая говорю, молодец, потому что в центре будет потеплее. Вот. Так, ребята, мне многие пишут, что эта куртка им вообще не нравится, ты как бабуля, ты как бомж, я не знаю, кто ты как, ну, короче, вам она не нравится, а остальной части она нравится, типа норм, вообще-то мода. Спрашивают, где я вообще ее купила, они хотят такую же. Короче, я покупала в 12 stories, вот. Мне лично нравится куртка, буква Ю. Она, наверное, 1030 стоила, курточка такая хорошенькая, вот. А короче, а скоро я уже буду надевать свое бежевое пальто, поэтому ждите, скоро я буду как немодная, как обычный человек. Пойдем, Эля, хватит нюхать там всякие и не всякие. Ребята, меня еще кто-то спросил, чем отличается Victoria's Secret ваниль, обычная, классическая, от других ванильных запахов. Короче, рассказываю. Просто я хотела ответить сначала в комментарии, потом думаю, не расписать. Короче, смотрите, есть обычная классическая ваниль. Вставочки мама не вставит, разумеется. Вот. Да, Эля, нельзя! Есть ваниль La Creme, которая, знаете, такая нежненькая, там еще такие потеки и цветочки желтенькие. Вот она отличается от классической тем, что она чуть нежнее, и там больше чувствуется именно карамель сама. То есть карамель, ваниль, и она как с йогуртом, со взбитыми сливками, вот. Так, дальше ваниль Decadent, это ваниль с ягодами, и она более сахарная, знаете, такая, как в сахарной вате, вот. О, боже, Эля, нельзя. Папа, пойдемте здесь спустимся. Не, давай лучше туда. Вот здесь можно. А, ну ладно. Так, я хотела спуститься здесь, но здесь закрыто забором, поэтому идем дальше. Так, дальше ваниль. Ой, я не помню, какая ваниль еще есть. Леска больше. А, ваниль шиммер. Она, короче, пахнет точно так же, как классическая. Она, правда, с блестками. То есть одно и то же. Ребята, тут такой красивый закат. Тут прям так лахта, знаете, как будто подсвечивается. Вообще красота. И вон светится, видите, верхушечка у нее. Ой, зацепилась. Здравствуйте! Моника вроде повеселела, как сходила в туалет, сразу веселая стала. Ходит по траве, как пылесос, лохнул. Так Эля тоже. Пойдемте по асфальту. Мотоцикл еле идти. Нет, идем тогда сюда. На траву. Ладно, все, идем пешочком. Нифига у них самокаты. Эля. Пойдем за Моникой. Бежим по красной дорожке, прошу. Так, мне кажется, мы здесь не пройдем вообще, нет? Пап, я думаю, мы здесь не пройдем даже на залив сам, нет? Заливом мы не пройдем, я думаю. Но... Так, а что мы сюда идем? Пойдем на бетонку встанем, посмотрим, что за забором. Пойдем. Эля, Эля. Пошли, иди ко мне.
Все сразу такие: Эля, Эля, Моня, Моня. Хоть бы к лету это все убрали, и можно будет спокойно гулять. Тут Эля запнулась у нас чуть. Так, смотрите, куда я хочу встать. Держи. А там вон ходят люди. На, камеру покажешь. Так, ребята, я вам сейчас тут все спалю. Во, ща. Вон там даже люди ходят, смотрите, какая красота, вон залив. Пап, покажи Монику. Моника вот. Здравствуйте. А вот, Эля, покажись. Вот Зенитарина. Вот. Что они здесь делают классное? Какая-то площадка будет. Ну, может, танцпол? Мы читали, там, нет, там что-то было написано, какой-то комплекс спортивный. Слушайте, ну это, походу, долго будут строить, когда же все там уже... Надо посмотреть, вон и там и танцы закрыты, что ли? Смотри, вон еще вон, там где лахта. Вон щит висит вон там в начале. Ну, понятно. Там можно все посмотреть. Все, пойдемте тогда. Жалко, мы даже не подошли к воде. Меня видно? Да. Пойдемте замороженные. Пойдем. Давай, ты первая. Я-то на что-то допрыгну. Пап, теперь ты. А я давайте теперь. Коленка хрустнула. Нет, тихо. Раз. Присядь, так. Присядь, мягенько. Ксюш, давай по одной ноге. И опа. Давайте еще туда пройдем, к дельфинчику или что-то. Нет, там все равно нельзя пройти будет. Давай тогда к березкам. Нет, пошлите по траве к мороженым и домой. Так мороженое вот там. Нет. Вот там. Вот, так, ребята, у меня есть... Мой. Давай. Боится запрыгнуть даже сюда. Пап, нам же в ту сторону. Идем между берез за мороженым. Эля, пойдем. Собака не идет без тебя, Галь. Блин, сейчас запутается. Пойдем, под ногами. Ко мне. Идем рядом. Это значит, что Эля устала идти. Да Эля вообще мамина собака. 3 года уже Эля, она всегда мамой гоняет. 2 года. Это малышка маленькая. 2 года. Третий пошел. 2,5 еда. Да? Я думала, 3,5 ей. 2,5. Эля у нас маленькая, Саш. Оказывается, Эле 2 года, третий пошел. Я думала, 3,4. Не может быть 2 года. Ну, 2. 3, наверное. Ребят, пишите в комментариях, сколько Эле лет. Сейчас, подожди. Карантин. 6 класс. 6 по 7. 7 по 8. 2. 2 года? Да. Я по классам считаю. 2 года ей. 2,5 скоро будет. В июне будет 2,5. Моника, идем. А, бежим! Ребята, я бегу за Элей. Сейчас как. Заряжу тебе поцелуем по носу. Пойдем. Кстати, ребята, у Эли есть Инстаграм. Можно посмотреть. Набегалась. Когда он заведен. А ты вообще сама не помнишь, какого числа и какого месяца мы ее купили? Март. 3 марта 2019 года. Нет, 20-го. А день рождения у Эли? 3 декабря 2019 года. Да. Сейчас VPN включу. Смотрите, включаем VPN, подключено. Спрыгнуть боится Моня. Моня, прыгай, смотри, как Эля прыгает. Смотри, Монь. Давай, Эля, прыгай. Эля, прыгай. Пошли, Моня. Пойдем, будешь вкусняшку? Держи. Держи. Быстрее будешь? Лови, 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 молодец! Вот это высота! Я уже листаю Инстаграм, Эллин. С VPN плохо грузит, да? 5 марта 2020 года. А сейчас 2-й год. Да. Ой, еще значит, собачка года, идет. Да? Да, 2 годика, Эля. Собака не понимает сигнала. Возьми меня на ручки, да, Ксюша? Нет, Моня. Пойдемте за мороженым, все. Эля, отправляемся за мороженым. Быстрее, оп-оп-оп. Я не знаю, я возьму либо с кокосом, либо с мачей.
Папа, ты какой будешь? Я замерз, я, наверное, уже даже не буду. Будешь. Папа сказал, что он замерз и уже не будет. Если и буду, то, наверное, смородину. Смородину. Может быть, что-то возьму, попробовать новенькое. А ты что будешь, мам? Кокос. Как обычно. Ну, ты весь не съешь, я поэтому... Я не изменяю свои вкусы. Главное, ей кокос можно, как обычно, есть, а папе, как обычно, смородину лицо скривило такое. Пойдемте быстрее. Ну, мне нравится. Всем нравится смородина, кроме мамы. Все. Ребята, я решила одна остаться с собаками, пока Ксюша с папой ходят за мороженым. Они... Эля меня всю замотала вокруг ног. Я сейчас упаду, наверное. Эля, что ж ты так? Так, Моника вообще села, сидит, никуда не двигается. Что-то ей не понравилось совсем гулять, нашей малышке. Ты трусишка или малышка, а? Ох, какая уволень! Привыкла, что тебя мама на руках таскает всегда, да? Ах ты моя зайка, волчоночек. Сейчас Ксюша выйдут с папой. Мы подождем пока на улице, чтобы в торговый центр не ходить с собаками. Эля, пойдемте в ту сторону. Эля, давай, давай, беги к маме. Эльвира. Вот Эля у нас бегает весело. А кабанчик наш сидит грустненький. Пойдем, Моня. Пойдем, пойдем, даже он идти не хочет. Ох и ленивая, ох и ленивая девочка. Ой, Эльвира тем временем вообще куда-то спустилась. Иди сюда, куда ты побежала? Эля, как сайгак носишься. Вот молодец, Элечка набегается. Вот и Моня побежала, молодец. Давайте, девочки, уже ближе к машине пойдем. Так, встретились два одиночества, но посередине у нас дерево. Совсем скоро этот парк будет очень красивый, очень зеленым. Мы сюда будем почаще ездить. Будем показывать вам почаще влоги. Моника, иди сюда. Иди. Иди скорее, иди, 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 иди. Иди к маме, иди. Сейчас уже папа с Ксюшей выйдут. Посмотрите, Моника там, Эля здесь. Они натянули рулетки. Моника, иди, на, на, иди сюда, на. Что-то она там нашла, по-моему. Сидит уже, облизывается. Давайте посмотрим, на веточках еще не набухли почки. Вообще-то нет, небольшие есть. Значит, скоро будут листики. Побежали по кустам. Идите ко мне, зайчатки. Эля, Моника, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Вон я уже Ксюшу вижу. Моника, иди сюда. Ты посмотри, какие я. Кто куда, в разные стороны. И как мне теперь вас одной рукой? Я вижу вон Ксюшу с папой. Они уже несут нам мороженое. Немножко погуляли, хотя бы так. Начинать нужно уже гулять. На улице чистенько стало. Травка начинает зеленеть. Луж нету, льда нету. Красота. Моника, не спрыгивай с бордюрчика. Монь, давай. Давай, 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 давай. Боится. Ну-ка. Ну и что? Я без микрофона. А. Вау, мороженое. Не было, прикинь, матча, поэтому мы с тобой поменяемся чуть-чуть. А у тебя какое? Клубника. А где матча? Матча нет. А что было? Клубнику мы... Не кокос? Ой, мы тебе взяли кокос, клубнику я себе взяла. Сама держите. Папа взял себе Орео. Угу. Вот, а мы с тобой по половинкам разделим. Хорошо. Все, идем. Моника боится вообще, да, я на ручки возьму. Зайка моя маленькая. Все, кабанчик мой сладкий. На ручках у мамы. Папа рулеточку тащит без собачки. Я вас выгуливаю. Да, собачка отдельно. Папа, где второе мороженое? А, это Орео у тебя такое, какое-то фиолетово-серое. Ну, так кажется. Ну, давайте. Держи. Заходим в машину. Кто первый? Ксюш, ты какую собаку себе берешь? Никакую. Деловая, да? Я не смогу с двумя. Еще мороженого, мам. Ну да, и тебе не дадут покушать. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Эльвирка.
Вот так дружно мы едем на заднем сиденье. Ксюша доедает мороженое. Вкусное? Да. Ну что-то нам показалось, что в этот раз его поменьше положили. Папа это приметил. Ну да, потому что оно очень быстро закончилось. Ага. Папе всегда мало. Он так каждый раз хочет. А мы думаем, в кого Ксюша? Коллекционер. Вот Монечка ждет мороженка, что ей дадут баночку облизать. Так что так Монечка у нас боится даже с бордюрчика спрыгивать. На еще вот банку. Такая хочу. Смешная. Ой, меня дергает тут в машине. Эля тоже ждет добавки. И Эля. Не, Эля как-то не заценила, я уже ей давала пробовать. О, ест, молодец. У меня же с клубничкой там. Да, может ей кокос просто не нравился. Вот они, девочки, такие дружные. А, ложечку ближе. Но в машине они, кстати, себя хорошо ведут. Прям. Не всегда. Ну, не всегда. Вот Эля, когда была поменьше, она вообще истерила. На тебе. Сейчас прям отлично. Кабанчик, голодный вечно. Сейчас придет домой, покушает. Опять. Опять, да. Я думала, она сейчас набегается, растрясется, домой придет. Она покушает. Даже там встала, как на этом бордюре стоит, все. Да вообще не бегает собака, не прыгает, не бегает. У нас там вон еще баночка на полу как валяет. Черепашка. Вот там... У меня баночка, я могу собакам отдать. Давай. Да, куча баночек для облизания. Да. Она шоколадная. О, собаки для облизывания, точнее, да. Так, держите ложечку, во-первых, шоколадную. Ох, как вкусно. Ой, нельзя, наверное, собакам вот это шоколадное все давать. Да их-то нельзя. Да, в принципе, там ничего такого нет, да, там остатки облизать. Тут вообще... Если остатки, то ничего страшного. Нос в шоколаде. Дай поцелую. Дай поцелую. Эти мои сладкие. Дай. Вкус. Лапушка. У Монечки вот здесь за ушками каточки такие закатались. Нужно будет расчесывать. На, Эля, попробуй шоколадницу. Ой, ой. Папа поворачивает. Такие дороги в Питере. Нормально. Мы не жалуемся. Нет, пусть нормально руки. Подписывайтесь на канал и всем пока! Тоже обрежете баночку. Пока.